Понятно, суд оставляет прежним свое решение. Ну, не служил, это понятно. По какой причине не является вы обязан? Ну и получается, по ходу движения он именно весь муж, вся смена заключалась в составе под защитой. Скажи, что под защитой. Даня, пожалуйста, я подложите. Все время для обвиняемого не подсудимого. Условно досрочно на сколько? Условно досрочно освободился. Лишение свободы 4 года. Сана билдирим да, что будем мягче мазила слова за. Да, меня это...